Всем привет, ребят. И это будут, ребят, сегодня у нас будни рядового номер 2 в армии. Вот. Сейчас, ребят, я, как вы видите, я слежу за полковником и майором. Что-то они там хотят собираться делать, хотя сказали не приходить. Я в маске, меня не будет видно. Так что так вот. Ну, заварите чаечек снова, кофе. Я желаю вам, ребят, приятного просмотра. Походу, сваливаем отсюда, сваливаем. Быстрее, меня, походу, спалили. Быстрее сваливаем отсюда. Да. Блин, у меня... Да. Блин, у меня залагало немножко. Слушал. Так точно. Тимур! А! Я хочу сказать, я не молодцом. Я не псих. Блин, походу спалили, потому что я запись экрана не начал вовремя. А что тут крутое, мать, а что вот так? Что вот так вот? Ну, идем, короче, туда пока что. Вот. Сейчас мы идем пока что, да, ребят? Вот. Думаю, что я подслушивал. Ой, ебать. Я оставил отчет на повышение. Рядовой наказан. За что? Это я, дракончик. Очень любит. За что наказан, даже не понял. Наказывайте. При мне выдавай выговор. РП, отыгрывай. Ладно. Так что я сейчас бегу, ребят, к ним, вот. И как раз... Ребят, я, наверное, сейчас попрошу. Спрошу, когда по выхе. Сегодня повышение. Хорошо. В общем, я пойду, короче, ребят, наверное, на КПП стоять, смотреть, чтобы никаких там не было вот этих вот людей. Вот. Что ставить, ну и будем пока что смотреть за КПП. Сейчас, ребят, слушайте, я поеду, короче, за боеприпасами в порт и привезу на учебу, потому что у нас что-то их очень мало, и поеду, короче, туда вот. Перевезу их, вот. Один уже выехал за боеприпасами, ну и я теперь поеду. Ну, я ускорю, ребят, этот данный процесс. Serving all the fiends, cheer me up. Talking big things,
hell no, you ain't with me. We used to whip a bop for a victory. Now I'm ripping for a cause with my team. Now I'm sipping on this wild bubble weed. Now I'm keeping all the talk for the queen. We used to whip a bop for a victory. Now I'm ripping for a cause with my team. Now I'm sipping on this wild bubble weed. Now I'm keeping all the talk for the queen. Bad bitch tryna flex my ice. Все, уже дальше другое. Отправлять другие бы пропасы уже на базу. Короче, на самом деле привез боеприпасы, но не смог. Не привез, но у меня потом резко крашнуло, поэтому я уже вышел из игры, пришел, вот. И фура уже не было. В общем, я отвез боеприпасы, как говорится. И сейчас у нас скоро будет повышение.
Хорошо. Так что у нас скорость будет повышение будет в 4. И меня уже повысят до 2 ранга. То есть. А потом буду отчет готовиться уже в следующей серии на 3 ранг. Ну что ж, ребят, меня сейчас уже будут повышать. Вот, наконец-то. Наш как раз будет сейчас полковник нас повышать. Вот. Номер 10. Номер 10. Так что так вот. Пошел проверять. Он меня сейчас с утра проверил отчет. А, хорошо. Ну, раз, повышаемся. Делал. Ура, ребят, меня назначили уже на 2 ранг, 2 серии. Теперь, ребят, серия будет готовиться на 3 ранг. Вот. Спасибо. Все так вот. Ребят, подходит к нашему концу вторая серия будни рядового. Третья серия буду уже повышаться до сержанта. И как раз будем уже не новобранцем, а как раз уже будем настоящим просвоенным. Всем спасибо за просмотр. Ставь. Конечно, смотрите больше чаще мои видео прошлое. Ну, всем удачи, всем пока-пока. Смена сделала это снова. Опять? Лучше одеть очки, я появлюсь как супернова. Loyal to the streets, я лоялен. Мой день идеален, мы отдыхаем, я главный режиссер.